Милая моя Фария, каждая мать желает своему ребенку блага. Ради тебя я была готова на все. Я учила тебя, что важнее всего на свете – защищать своих близких. Ты росла среди героев, слушала их рассказы о приключениях, о доблести и чести. Ты мечтала стать одной из них. Но не такой жизни я хотела для тебя. Я никогда не говорила о тех, кого убила ради общего блага, об этом бремени. Я просто исполняла свой долг. Но однажды я не смогла убить. Я замешкалась, и это все изменило. Те, кого я должна была спасти, погибли. А я осталась. Одна, еле живая. Все думали, что я мертва. Хотя, может, это было и к лучшему. Я так много потеряла. Лишилась стольких друзей. Стольких похоронила, но я их не забуду. И я уверена, мне еще есть кого защищать. Так что я буду сражаться. И я не уйду. Пока есть те, кто меня ждет. Когда-нибудь ты все поймешь. Твоя мама.